Уважаемый Петр Евгеньевич, с чистой прибранной головой ты 9 мая наденешь самый лучший костюмчик твой. И у зеркала малость помедлив, чуть покалываемые дождем, мы пойдем на свидание с победой, мы к Большому театру пойдем. В шелестении раскрывшихся почек ты послушай, не балуясь там, как нам снова про синий платочек чуть нашептывает фонтан. Петр Евгеньевич, мы столько видали, хоть и в радость обняться бойцам, тяжело ударяют медали по уже постаревшим сердцам. Ищут близких танкисты, связистки, и случается до темноты на ветвях повисают записки, вопросительные цветы. Вот присела старуха с устатка, а в руке бумажонка видна. Кто из керченского десанта? Никого, разве только она. И такое бывает нередко. В резвых джинсиках голубых вдруг заплачет какая-то шведка, аппаратиком щелкает забыв. Я тебе, 6-летний мой кореш, Петр Евгеньевич, не обману. Ты порою меня беспокоишь тем, что любишь кино про войну. Воины тяжкой поступью ходят по совсем неповинным телам. И узнавший и голод, и холод, я тоже этой войны ветеран. Но война, не убив ненароком, не навесив на грудь ордена, подарила мне чувство народа и победу, как маму дала. Стала наша победа усталой, стала наша победа седой, но не сделалась все-таки старой и осталась навек молодой. Петр Евгеньевич, ты прошлым не бедный, ты, пожалуйста, не забывай свою бабушку, нашу победу. Будь мужчиной, расти, побеждай.